На улице минус 15. Сейчас будем смотреть, как работает электроподогрев лобового стекла. Насколько быстро он растопит этот иней. Вот мы его включили. Здесь, наверное, плохо видно. 7:58 утра. Боковые стекла тоже вынули. Ну и пока, чтобы не сидеть молча, расскажу о Ладе Гранте. А именно вот о климатической установке. Я здесь придумал такую штучку, которая дает команду для датчика температуры, что якобы в салоне тепло. Сделал я это по причине, что вот когда осенью сырую погоду, как в нормальных иномарках с включенным кондиционером, я вот хочу прибавить температуру, кондиционер отключается. Это, конечно, логично, но вообще не практично. О чем думали инженеры на ВАЗе? Не знаю, они там в кабинете сидят, наверное. Это все для них логично, но на практике это вообще неудобно. На всех других иномарках, даже на той самой Ладе Гранте, у которой просто стоит кондиционер, можно включить кондиционер и прибавить печку до максимума, и это все в паре будет работать и осушать стекла. А тут вот они поставили климатическую установку такую дебильную. Но эта штука, самое обидное, она не помогла. Так, вот прошло 3 минуты, пока изменений никаких. Вот прошла еще одна минута, в общей сложности прошло 4 минуты. Пока ничего. Такого электроподогрева я на иномарках не видел. Это радует. Также радует, что у этой Лады Гранты и вообще у отечественных машин запчасти дешевые. Батарейка садятся. Прошло 6 минут, и вот начались изменения. Вот здесь вот граница хорошо видна, где нету этой проволоки, где есть вот она. Ага, вот щелчок был, через 6 минут, наверное, отключается, приходится заново его включать. Вот при минус 15 за 5-6 минут стекло начинает отогреваться. Посмотрим, спички дует, нет? Нет, пока не дует. На 7 минуте. Так выглядит стекло. В общем, это очень удобно. Не надо стоять на улице и ширкать
этим скребком. Даже видно, как они вот в капли превращаются. Даже сейчас можно дворниками смести все это и ехать, если бы не боковые стекла. Сейчас еще раз посмотрим. Уйдет, нет? Ну вот, еле-еле чуть-чуть пошло. Лобовое стекло вот вообще потекло.